Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazing Holy Play. В этой серии вам расскажу, сколько я заработал с транспортной компанией за месяц, и вообще мы посмотрим, прибыльно это иметь транспортную компанию или нет. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, пацаны, сегодня речь пойдет про мою транспортную компанию, которую я купил буквально месяц назад. Сегодня у нас получается 20 число, и ровно месяц назад я купил себе транспортную компанию Kirill Game Company. И сегодня я вам покажу, какая прибыль у этой компании за месяц, и вообще расскажу вам, прибыльно иметь компанию или нет, потому что я думаю, это очень всем интересно. Поэтому, пацаны, не забудьте поставить лайк и также, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что моя цель до лета добить 20 тысяч подписчиков. Если у вас кнопочка подписаться красная, то, пожалуйста, сделайте ее серой, я думаю, вам это будет сделать нетрудно. Итак, пацаны, вот моя транспортная компания, в принципе, Kirill Game Company, она находится за лесопилкой, то есть недалеко от порта. Очень хорошее место, я считаю, потому что рядом как бы есть много заказов. Это лесорубы, порт, Арзамас еще рядом находится, Батырево. То есть место реально очень крутое. И также рядом заправка находится, на которую можете спокойно взять и заправить Magnum компании, если, допустим, там мало бензина. Итак, вот нажимаем автопарк. Да, пацаны, мы получали награды. У нас там было около где-то 40 наград за все время. Ну, примерно я сказал. Точно я, конечно же, не помню. Из наград нам выпала Volvo, вот это вот. И выпал Iveco. Iveco, если что, это раньше была Scania, кто помнит, в принципе. Ну, короче, нам Magnum не выпал с наград. Получается, я купил компанию за 180 миллионов. В ней было 6 Magnum. Покупал эту компанию перед ГО. То есть я покупал ее через разработчика. И получается, Magnum уже здесь были. 6 штук. Когда я купил компанию, я изменил название, в принципе, и перекрасил фуры. Также потом я решил купить еще один Magnum, то есть 7-й получается. По-моему, вот этот Magnum я купил, да, вот этот Magnum я лично купил. И, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас в компании все Magnum'ы именно купленные. То есть наград у нас Magnum'ов нету. То есть, если, допустим, я продам все Magnum'ов, это получится около 100 миллионов. То есть, компанию купил, на самом деле, очень дорого, за 180 миллионов. Хотя ей цена была, ну, лямов 130, мне кажется. Итак, давайте посмотрим самое интересное, это прибыль компании за все время. Если честно, я даже сам не смотрел. И момент истины. Итак, прибыль компании составляет 29 958 064 рубля. То есть, получается, я заработал с компанией 20 миллионов. Почему 20 миллионов? Потому что, когда я купил компанию, здесь уже была прибыль 10 миллионов. Почему так, пацаны? Потому что я компанию, повторюсь, покупал через разработчика, то есть, статистика другого владельца, она здесь осталась. И, получается, я заработал за месяц с компанией около 20 миллионов. Ну, плюс еще комиссия, как бы оплата за бизнес там и так далее. Точнее, не за бизнес, а за компанию. Ну, если чистыми говорить, я заработал около 15 миллионов. То есть 15 миллионов я заработал за месяц компании. Ну, то есть, как бы, да, для компании, возможно, эта финка хорошая. Хотя компанией я сейчас особо не занимаюсь, как бы. Вы можете сами это увидеть. Вон, информация от компании. У нас даже не все люди, как бы, работают. У нас вот банк компании. 5 наград, как бы, есть. Комиссия у нас 15%. Кто, как бы, желает к нам пойти, то приходите. 30 стажа я принимаю к нам в компанию. Просто главное мне от вас, чтобы вы работали. Как бы, компанией сейчас я не особо занимаюсь, потому что у меня нету времени. Я думаю, вы заметили, потому что ролики выходят сейчас редко. Я за неделю выпустил всего лишь одно видео по родине и все. Итак, пацаны, давайте подведем некий итог. В принципе, получается, я компанию купил за 180 миллионов и вложил еще в нее 20 миллионов. То есть на компанию потратил, получается, 200 миллионов. Просто 200 миллионов я потратил на компанию. За месяц компания заработала чистыми 15 миллионов. То есть мне примерно компания будет окупаться, если каждый месяц будет прибыль 15 миллионов, она не будет окупаться около года. Реально, около года мне просто будет окупаться компания. Но покупать компанию за 200 миллионов, как я, ну, точнее, за 180 купил и вложил в нее деньги еще, я считаю, это было очень глупо, но, как бы, я решил попробовать просто купить транспортную компанию, как бы, попробовать, что это вообще такое и так далее. Тем более, вы просили у меня купить компанию, как бы, но, к сожалению, сейчас мало кто работает,
все почему-то обленились, как бы, возможно, какое-то просто время нету, но прибыль сейчас компании там доходит в день, ну, 500-600 тысяч, это максимум сейчас. Бывало, конечно, то, что прибыль была лям 500, но это очень редко, прям очень редко. Да, было бы, конечно, лучше просто продать компанию там за те же самые 150 миллионов и просто купить себе какой-то бизнес, возможно, какую-то аптеку, либо 24/7, но пока что я этого делать не буду.